Дорогие друзья, пятая и, может быть, самая главная книжка в серии для детей про нейроны «Антигаджет». Наконец, мною с Леной Алексеевой сделано, написано, чтобы вы могли своему ребенку дать, он ее бы открыл, прочитал бы, какой ужас творится в его мозге в тот момент, когда он потребляет избыточное количество информационного контента через свои гаджеты, убоялся этого и начал правильно учиться и отдыхать на радость своим родителям и на радость мне. Так что давайте, антигаджет.